Полутяжелый вес. Вообще в последние годы это российский вес. Мы можем вспомнить царствование Сергея Ковалева. Также видим. Итак, первый раунд. Опасно справа. Достает Саламов. Высокий Саламов. Высокий, очень важный. Хороший джеб. Попал левый Дима. Высокий. Усмар, если посмотреть на его рейтинг. Попал справа, да. Второй раз пробует. Ну, давайте выше. Руки у него подлиннее. Конечно, эти свои козыри он пытается реализовывать уже с первых секунд. Делать. Бивол всегда был хорош на ногах. Сматывает его соперника всякий раз. Ну и немного сил. Да, опасно, опасно, мы знаем. Умар Саламов не видит. Да, у него есть. Да, немножко напряжен. Я думаю, напряжен и выводит из баланса. Конкурентно выглядит первый раунд. На ходе Бива слева зацепил. Да, бросать. Уже за первый раунд Умар сделал столько, сколько некоторые соперники Бивола за весь бой не успевали. Шикарный, шикарный джеб от Бивола. И тут же левый скок. Быстро, быстро. Очень жесткий джеб от Бивола. Этот звук разнесся здесь по арене. Бивол на дистанции, с которой Умар может попасть. Бивол пока не бьет справа в голову. Сильный удар, но он не получится просто так. Нужно делать действие. Справа, и Бивол тут же острым джебом ответил. Отводит левый сбоку. Постоянно Бивол напрягает. Посмотрите, он все время рядом, все время здесь. Бивол смотрит и пока еще не включился. Два джеба точно. Перед сопернику. Ним. Цель перед ним, он ее видит, но попасть не может. Хорошо, Бивол, здорово. Вот это красивая комбинация ударом, чтобы развиться. Шикарно. Показал передней рукой. Дмитрий. Сухо, остро. Достает Бивол. Смотрите, очень разрушительно у Бивола. Удар в корпус, Саламов летит. Ну, начинает злиться. И посмотрите, постоянно опущенная передняя рука у Бивола, но как очень резко она вылетает. Уже втыкает в цель Бивол. И справа остро. И лево снова удар. Зацепил, как показалось, но в общих действий не очень. Просили 3-4 удара в комбинации бить от Саламова. Бивол постоянно меняет направление своего движения. Он ни разу в боксе. Попал сейчас Саламов. Попал. Да, попал, и это, пожалуй, лучше. Посмотрите на Бивола. Такое чувство, что он начинает уже находить такие, знаете, игривые вещи. Ну, вот это... снизу, попробовать сбоку. Правый прямой, это то грозное оружие. Против... И снова рефери обращает внимание на переднюю ногу Саламова. Попадает вправо Бивол, и лево попадает. Все видит, все видит Бивол. Да. Хороший. Хорошо, Саламов, хорошо. Но чуть перенапряжен, видно, что полетит рука. Ой, какой спортсмен, видите, вот, вот что такое. И вниз, справа, ой-ой-ой, левый сбоку. И класса хватает, и чутья хватает, но не в случае с Биволом. Да, сейчас пойдет небольшая пауза. Вот здесь здорово. Микроэпизод за Умаром. Ну, большой Саламов, скажите, большой, высокий. Нет, панических настроений в синем углу нет. Ни в коем случае, да, но видеть, конечно, и чувствовать Умара чуть больше конкуренции, чем в остальном боксе. Сейчас. Да, все самое интересное гарантированно еще впереди. Класса Бивол. Пошла комбинаторика. Что-то, видимо, почти. Да, опускает левую руку вниз иногда Умар. И это меня тревожит. Сейчас очень опасно правую выбрасывал Саламов, но здорово Бивол это прочитал. Три удара передней рукой. Повтор левый, левый, правый. Трация. Это супер чемпион мира. Прекрасный бой, прекрасный бой. Убивает передней рукой. Джек очень сильно убивает. Подставляться не надо. Да, ну хорошо здесь отработал Саламов и тут же... Ох, как кидается, бросается. И здесь подхватывает Бивол. Ну, хорошо бы с ударами. Да. Здорово. Да, справа Саламов стоит, прям в середине стал. И здесь в размене. Конечно, скорость Саламова у Бивола. По рингу. Низковато, там от локтя киксанул. Себе, так и соперник. Такие случаи тоже были. Больше, наверное, да, наверное, были, но все-таки, наверное, больше себе. Ох ты! Вот здесь нашел правую руку Саламов. Да, быстро двойку пробил. Это интересно, согласитесь, это как сразу в течение боя поменялось. Да, в эпизоде. И Дима не отпускает. Есть возможность. Начал вкладываться Бивол. Саламов.
И это только на руку этому бою. Да, только отбивала жестко. И видим под левым глазом. И это опасно. Опасно. Затянуто так немного назад, но очень тяжело. Да, очень похоже. Удар Корбов на печени. Ой, это снизу апперкот. Это было сильно. Это мастерство через переднюю. Ложился в этот удар справа. Да. Попал справа вновь. И может зацепиться. Вот и пошли повторные атаки. Вдавит. И теряет надежду. Просился правый после этого левого сбоку. Лететь на Бивола нельзя. Острые, очень острые удары. На секунду даже остановился Саламов. Прекрасная, прекрасная концовка. Да и с боксом тоже большой порядок. Очень интересный бой. Падает у Бивола. Ой, справа опасно пошел вперед. А вот пробил бы сейчас Бивол по печени и... Везде. Расслабленно, быстро. Тяжело Саламову. Тяжело. Артистическое мастерство, можно так сказать. Может прицепиться, пока не может. Да, тайминг Бивола просто непревзойденный. Ой, удар апперкот. Но при этом мы понимаем, что Бивол осознанно делает паузу. Он приглашает, он караулит, да, встречу. Он сам рядом танцует, смотрит. Да, Бивол дает промахнуться. Ой, справа опасно. Это те самые повторные атаки, о которых мы говорили. Так хорош. Это, пожалуй, его главное оружие. Десятый раунд. Вот так незаметно подкрался. Ой. Оверхендчи. Мощный от Саламова, но Бивол все видит. Неплохо. Нет, смотрите, пятый раз забрасывает справа, да, по этой дуге Саламов, названный по ассоциации с ощущениями, которые пропустившие этот удар из кубы. Неплохой раунд для Саламова, да, возможно, да, лучший в этом бою. Эти боковые прекрасные, пружинистые ноги, да, под Дмитрием Биволом, всегда с ним. Здесь, и здесь, 10 секунд концовка. Вот момент, когда Саламов выбрасывает этот удар. Очень интересно посмотреть на победу. Пытается делать все, что в его силах. Для него это большой шанс. При всех раскладах. Смотрите, плечи все, расслаблены, да. Руки расслаблены. Никакой ноги закрепощенности. Хорошие, пружинистые. Да, это класс. Это класс. А вот это отнимает очень много. Уже сокращает он дистанцию, прилипает к своему сопернику. Ну, а Бивол и Петербиев пересеклись в ринге. Ну, а пока давайте смотреть. Саламова хороший удар справа достает. Вот справа, как и так сверху. Правая рука у Саламова заработала. Тяжелый удар у Саламова, мы это видим. Здесь здорово, дистанция, вернувшись. И почему Саламов не боксировал так в первом раунде? Посмотрите, ну как тяжело. Да, я думаю, что у этого парня большое будущее. Много чем во всех позициях до этого. 30 секунд. Слышим мы, как зал скандирует. Да, и Дима включается. Поддерживает Бивола. Но при этом самых добрых слов и Умар Саламов. Кстати, Умар попал справа, сбоку. Да, удары снизу очень опасны. 10 секунд этого прекрасного боя. Бивол защищается у каната в таком положении. И гон. Бой завершен. 12 раундов позади. Это зрелище. Прекрасное зрелище мы с вами видели. По-прежнему чемпион Дмитрий Бивол. Суперчемпион WBA в полутяжелом весе. Да. И, конечно, благодарим его.